Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Мы сегодня развлекаемся с магнитом, и Илюха уже что-то ловит. Так, друзья, вот такая вот маленькая речка, маленький мостик, а там автомобильный мостик. Сейчас попробуем. Уже пару монеточек подняли. Рубль и 50 копеек. О, нормально. Очистка малых рек Черноземья у нас. Очередной сезон. Ну, что там? А, где магнит? Фу. Господи, что это такое? Бэ, это пиявка. Давай разбирать. Говно. Пиявки по 40 рублей, кстати, принимают. Можно на пиявках зарабатывать. Ты, главное, магнит найди мой. Магнит показался. На нем есть еще, нет? Что-то есть. Что-то есть, что? А нет. Вот что-то есть. Что это такое? Еще денежки, да? Да, монеточка. Какая-то. Монетка, две монетки. Да, еще пробка или монетка. Монетка. О, смотрите-ка, мы денег наловили уже нормально. Да. Что это? 2 рубля, наверное. Банк России, да. Да, 2 рубля. Ну и что там еще? Все? Еще монетки. Видимо, с мостика кидает на удачу все-таки. Короче, мы нашли 5 монеток. Ну, нормально. Сколько у тебя? 2? Угу. И тут 3. Ну, неплохо. Неплохо. Ну, можно сюда, наверное, не тянуть, под мостом просто чисто. Да, надо чисто под мостом, наверное. Вот. Сколько? С одного заброса 6 монет. Нормально. Так, и теперь обратно тянем. Надо еще под тот мост будет сходить. Илюха всегда мечтал о собственном острове. И вот он тянет его, давай. Как ты будешь откапывать там магнит, я не знаю. Так, разбираемся. Походу ничего. Он как сразу в тину упал, так ничего и не было. Ну, видимо, да. Отсюда убрать его. Так, Илюха решил сделать ход конем. И искупаться. И монет наловить. Ага. Ну как, нормально, тебе нравится? Ты магнит, может, воду опустишь? Так, у нас какая тактика сейчас, Илюх, расскажи мне. Тактика прощупывания. Даже желание загадывается. Нет, так ты, мне кажется, ничего не поймаешь. Надо, чтобы он... Ну, давай. Ну. Да ладно, есть что-то, да? Куча железяк. Монетки есть? Посмотрим. Блин, а что кидать сюда? Не знаю, зачем ты опять воду кидаешь? Ну что там? Кабель поднял? В смысле? Он примагнитился? В смысле, не страшно. Ага, нормально. Это нормальный, Илюх. Тина это, Илюх, называется, нет? Красавчик, смотрите-ка, он нашел. Ну, ты алкаш, потому что, поэтому ты нашел бутылку. Ну, попробуй, что там? Блин, опять воду бросил. Илюх, ты нормальный вообще? Я бросил, чтобы не разбилось. А, ну ладно, ладно, хорошо. Ай, что-то намагнитилось, какой-то мусор. Ну-ка, позырим. Так. Проволочки. Какой-то шлак, мне кажется, железный. Да, гвоздик. Гвоздик, пробочка. И монеточка есть. И еще одна монетка. Неплохо. На самом деле, друзья, место интересное. Деревня называется Боринская. И вот это Боринский сахарный завод. В царской России это был самый большой сахарный завод. Построили его в середине 19 века. С тех пор вот делает сахар. Вот, соответственно, здесь протекает ручей. Ну, вернее, это речка. И на ней, кстати говоря, в петровские времена был построен железоделательный завод. Так что тут что угодно можно найти в этой реке. Хоть она и мелкая, но перспективная. Что там, еще монетка, да? Да, еще нет. Давай посмотрим. Смотрите, какая желтища, да? Что это такое? Это 10 копеек. Тут прям такая вода, что она... Сама монета чистит. Так, смотрите, какая методика. Илюха просто прощупывает дно.
И вот что со дна. Мне кажется, это знаешь что? Это с моста вот это вот железяк рванина падает. И смотрите, какой объем вообще сразу. Вот это какая-то непонятная. Ну это да, это какая-то вещь. Это гвоздь. Гвоздь и хлам. Так, давайте смотреть, что у нас тут еще есть. Да, какая-то дрянь. И тут какая-то дрянь. А, ну это от моста все. Это решетка. Решетка от моста. Говорю, мост собирай. А, ну да, это от моста. Так, вот это вот что такое? Какая-то деталюха. А, еще две монетки. Раз, два, видите? Еще 10 копеек, еще 10 копеек. Так, и здесь у нас тоже какие-то детальки. Еще монетка, вот она. Прям здесь медью раскидали. Медь, да. Да кто-то на свадьбе, наверное, бросил горсть. Вот мы вылавливаем. Так, мы переместились под автомобильный мост. Здесь, конечно, хлама в речке очень много. Но если зацепится, можно и зайти, не страшно. Давайте попробуем. Здесь глубины совсем нету. Но как бы... не в глубине дело. Так, что-то там... Чё-то вытащили. Сейчас узнаем, что. Кусок трубы какой-то. Ерундин. Но металл есть. Удобно, когда речка маленькая. Можно там бросить и пройти всю реку. Если с вами есть Илюха, который не боится так делать. Здесь очень нравится ловить. Да? Кайф? Да, вода проточная, нет тины. Не, ну тины полно, но... Нет, ну нет, этих растений ёбаных. Ну да. Грязи нет. Согласен. Ну и что, есть что там, вот подними. Камень какой-то. Да, это вот швак, проволока и гвоздь. Ну нормально. Крюк? Какой крюк? Какой такой крюк у нас. Смотрите, булавочка. Даже не знаю. А, была это, да. Я прям даже брать ее не хочется. Булавка. Есть какие-то какие-то эти? А, это же она может быть заколдованная, да? Да, да, прям. Булавка в руки брать не хочется. Так, что еще? Сейчас я булавка. Какая-то пластинка. О, заколдованная булавка. Она не порча может быть, да? Да, мало ли что под мостом закопали, блядь, темную ночь. Да. Смотрите, друзья, прям вот так вот сходу. Да вот она, по-моему. Вот она. Что это, костыль какой-то, да? Да. Нет, не костыль, это кусок. Девки в озере купались. Железненький нашли. Да. Даже в школу не пошли. Такая вот история. Нормально, тут металлолом можно собирать вообще уйму. Продолжаем. Там лом виден, валялся. Кто? Пистолет лежит, нет? Пистолет. Здесь ножи. Ножи? Тоже должны быть ножи. Ого. Голуби. Вот какая железяка огромная, достань ее иди. Что там опять? Крюки. Такой гвоздик. Нет, это же всех убил. Вон. Вон. Да, и вон еще одна. Хороший железяк. Тихо! Мы нашли кусок руды. Смотрите, какая железячина. Да, хорошая железячина. Охренеть вообще. Бля, она много весит, мне кажется, нет? Не знаю, тут вот, они вот. Еще там одна. Слушайте, это какое-то месторождение. Да. Пошел металл. О, поперло. На глубине полметра вообще. Да даже меньше, 20 сантиметров. Нет, это какой-то пакет, видимо. Ничего. Хлам. О, друзья, что это, подкова, нет? Какашка железная. Какашка железная. А, ну скоба какая-то. Ну крюк этот, а срезали с плиты, наверное. Ага. Смотрите, сколько железа уже, народ. Гора. Что-то огромное. Опять это руда, да? Ну это типа, не знаю, это вот слябы какие-то с комбината, знаешь, как будто, без металлургического. Он весит килограмм 10.
Ну, нормально. 10 килограмм это 200 рублей. 10 килограмм это 200 рублей. Смотрите, друзья, какая штукня. Я не знаю, такие штуки принимают вообще, нет? Смотрите, во всех руках находки вообще. Че, железяка, труба? Труба, да. Труба. Копилочку. И там что? Там то же самое. Это сляп. Ну, металл мы, конечно, сегодня натаскали, народ. Да.